Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я излучаю позитивную энергию и привлекаю к себе только хороших людей и событий в свою жизнь. Вот говорим один раз. Вы посмотрите, что сегодня будет самый позитивный день. Ну а теперь послание небес на 22 июня. Откройте свое сердце. Высшие силы хотят сообщить вам, что пришло время вашего личного и всеобщего исцеления. Откройте свое сердце для любви и осознайте, что наша планета обладает живым сознанием и энергиями, которые наполняют и всех живущих на ней. Именно сейчас, во время неопределенности, разрастающейся тревоги, мы изменяемся и движемся к более осознанной жизни, переходу на другой уровень. Прямо сейчас представьте наш мир и мысленно пошлите любовь каждому человеку, каждому животному и растению, каждому листику на дереве. И не забудьте, конечно, о себе. Вы также нуждаетесь в любви. Посылайте ее себе каждый раз, когда шлете любовь другим. И в течение всего дня обязательно повторяем такие слова. Я создаю свою судьбу, и моя жизнь наполнена любовью, здоровьем и изобилием. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни обязательно будет именно то, что вы хотите для себя.